дальнюю, пас не проходит, но был очень опасный рикошет. И вновь Шостак почищает. Бакринер попадает, вот это да. Лазерный по точности бросок в дальнюю девятку. И что тут предъявишь Шостаку? Да ничего. Его там просто закрыли. И Северсталь, лучшая команда по игре в меньшинстве, сегодня две шайбы пропустил, когда соперник имел численное преимущество. Ну как тут справишься? Там из-за Йенсу вообще ничего не видно. Ну и далековато, конечно, пустили Пакаринина, нужно было раньше на него выдвигаться.